Всем привет, ребят, я Саммерс, и это вторая часть видео, где я тестирую диеты. Это, кстати, будет не длиной в неделю, а всего лишь на 3 дня, что, возможно, для кого-то является плюсом, потому что по эффективности она оказалась лучше, чем предыдущая, хотя длилась намного меньше дней. Перед просмотром не забывайте, что вы можете подписаться на мой канал и также жать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие части этого видео. Кстати, между диетами я, конечно же, делаю паузу где-то на недельку, иногда и меньше, все зависит от того, насколько я похудею, потому что если я не буду этого делать, я в итоге буду весить килограмм 30, наверное, меня унесет ветром вместе с моим домиком, и я приземлюсь на какую-то злую ведьму. По-моему, это из какой-то сказки, ну ладно, в общем. Иногда я даже специально наедаю, чтобы не ждать аж целую неделю, вот только вчера я съела пиццу, суши, роллы, еще шаурму, по-моему, пасту, да, это только на ужин. Правил в куриной диете немного больше. Во-первых, вам нужно есть 6 раз. И это, в принципе, хорошо, поскольку вы не будете испытывать чувство голода. Вы должны есть, конечно же, маленькими порциями, и всего вы должны съедать где-то 700-800 грамм курицы в день. 6 раз вы должны есть именно курицу. Также можете есть овощи и фрукты, кроме банана и винограда. Ваше дневное количество калорий не должно превышать 1200. И говорят, что можно сбросить аж от 2 до 4 килограмм за 3 дня. Я покажу вам все то же, что и в прошлом ролике. Кстати, если вы его не видели, то можете кликнуть вот сюда, и также ссылку я оставлю в описании. Начнем мы с меню. Диета длится 3 дня и разделена она на 6 приемов пищи, тут в основном блюда из мяса, что и логично. Я лишь иногда добавляла, вот, например, голубь. Это, кстати, не голубь в смысле птица, а голубь в смысле голубика, ягоды, которые я вам показывала. Также они, опять же, повторяются изо дня в день, вот эти вот все продукты. Можете взять себе, если хотите, я вам покажу, что вы могли сделать скрин. Список покупок я также написала, конечно, поскольку некоторых продуктов у меня дома не было. Мясо. Вы должны максимум съедать в день 700-800 грамм. Нужно кушать каждые 2,5 часа, это лично у меня так. Интервалы должны быть равномерными, но я посчитала, что если я с 9 до 12 буду активную жизнь вести, то есть не спать, то мне нужно кушать каждые 2,5 часа. Я тут себе мясо курочки, как по мне, довольно-таки много. Сейчас скажу, что тут есть. Грудинка вот такая вот. Филе из него, я думаю, сделать котлетки на пару. Конечно, жалко очень, что нельзя есть еще не соль, только специями какими-то приправить. Оно из вот этой нижней части курочки. И вот такие вот штучки. Это нарезанная грудинка. Тоже можете посмотреть вот с этой части курочки. Как бы грудинка, она просто порезанная специфически. Я надеюсь, что мне этого хватит на 3 дня. Если нет, то я просто докуплю. Овощей и крупы я не покупала, они у меня есть, но купила вот такую вот. Это вроде называется голубика. Но она намного больше, чем черника. Ее в Америке делают, она очень вкусная. Вроде как-то так называется. Я знаю, что съем ее просто за один день, хотя стоило бы разделить на 3, но да ладно. И, конечно же, яблочки, куда сейчас без них. Я подумала, что намного практичнее будет взять маленькие, и чтобы их было побольше, но также они не весили много. И тут 8 штук, то есть если я буду съедать по 3-2 в день, а питаться нужно аж 6 раз, то, как по мне, это очень логическое решение взять именно маленьких яблочек и много. Диета, она оказалась для меня более сложной, независимо от того, что длилась всего 3 дня, просто потому что нужно было есть мясо. Хоть я его и люблю, но тут нельзя есть ни сладкого, ни бананов, я их тоже люблю, ни йогуртов, никаких молочных продуктов, в общем, вот то, что можно, я вам уже назвала ранее, и кроме этого нельзя ничего. Да, приходится слегка жестко себя ограничивать, хоть вы и съедаете около 1200 калорий, что является нормой обычного человека, у которого там средняя физическая нагрузка, активность. Мне все равно было сложно, просто потому что мне хотелось сладкого постоянно съесть.
Как вы видите, тут результат довольно неплохой получился, учитывая то, что здесь, в принципе, в основном вы едите курицу. Это совсем не сложно, потому что вам такое количество белков надает чувство насыщения, и голод просто не возникает. И, ну, я думаю, все это зависит от человека. Кстати, все эти диеты, они не особо опасны для здоровья, я бы их все равно не советовала испробовать детям, подросткам и людям до 21 года, как я уже говорила ранее. В плане средиземноморская диета, она вообще не несет никакого вреда, она абсолютно безопасна. Единственное, что вам нужно просто есть побольше, стараться побольше, хотя бы укладываться в свою норму, тогда это просто... А вот куриная, в ней вы не получаете достаточное количество питательных веществ. Всем спасибо за просмотр, берегите своих бабушек, поскольку для них вы всегда худые, и ставьте пальчик вверх, так я узнаю, что мне нужно побыстрее монтировать следующие части этого ролика. Па-па-па-па!